Всем здорова, с вами Гидра 94, и сегодня у нас реакция на первый ролик, трейлер по фильму «Оно. Часть вторая». Я как-то посмотрел уже фильм «Оно», первую часть, это именно перезапуск, не классический. Ну, в принципе, норму, хотя меня особо не пугало даже. А давайте посмотрим, что во втором трейлере нам показали. Чем могу помочь? Я выросла здесь. Позволь мне. Ну да, тут как бы события будут происходить спустя, по-моему, 20 лет, если не ошибаюсь. Все, как ты помнишь, чище. Но можешь осмотреться, пока я ставлю чайник. Жар твоих волос. Угля, Да, это тот, как его. В нем сгорает. Я не помню, как там персонажа зовут просто. Чё с бабкой? Держи. Спасибо. Немного музыки. Прошу прощения. Здесь так жарко в это время года. Все в порядке. Что-то с этой бабушкой не кажется, так. Будто вот-вот умрешь. А знаешь, что говорят про Дерри? Никто здесь не умирает в самом деле. Ну и правда. Что зависло? Ну, расскажи, как тебе возвращение в Дерри? Хорошо, странно. Странно? О, Что это с ним? я как раз поставила Какой-то след странный у нее был. Подожди здесь. Не хочу навязываться, я пойду. Нет, 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 я настаиваю. Очень милые фотографии, миссис Керш. А это ваша семья? Мой отец приехал в эту страну без гроша в кармане. Чем он занимался, миссис Керш? Отец работал в цирке. Бабка там за углом. А, вот и Пеннивайз. Бабка голая там ходит сзади. Я всегда была папиной дочкой. Ты тоже? Ты все еще его малышка Беверли? Не так ли? Да. Голая бабка, я бы тоже такого испугался. Заседание клуба неудачников открыто. Ну да, тут уже другие актеры играют. Мы справимся, вот. Главное держаться Маковой. Вместе. Как обычно, глаза так в разные стороны. Оно два. Ну, не знаю. Не особо пугает. Ну. Я так понял, тут по фильму будет рассказываться что-то вроде происхождения, что ли, этого Пеннивайза. То есть его прошлое как-то будет более представать. Будут какие-то флешбеки из первой части, как бы еще, и тому подобное. И будут пытаться его победить как-то. Ну, вот и все. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если хочешь мне пропускать видео с по группе. А так подписывайтесь на Вибираш, где я посмотрел этот трейлер, и до следующего видео.